Здравствуйте, друзья! Понедельник уже вечереет, ну, относительно сейчас к 6 часам приближается. И вот удивительные вещи происходят. С утра пришел ко мне в офис Марат из Иркутска, в принципе, но сам он родом из Бурятии. Пришел человек, вот он рассказал удивительную историю, на самом деле. Я не знаю, насколько вы прочувствовали, вот те, кто смотрел, что там с ним происходило. Это какая-то мистика совершеннейшая. Как это все вот происходило, как он сюда приехал, как он получал визы, проходил интервью, садился в самолет и так далее, и так далее. Ну, и вот он это все рассказывает, а сам в это время с рюкзачком, значит, его фактически выселяют из гостиницы, хотят, чтобы у него там была какая-то кредитная карта, у него нет кредитной карты. Больше того, он не может получить грин-карту, потому что надо оплатить там $220 за то, чтобы выпустили грин-карту. А у него карточки нет. И фактически вот я заплатил своей кредитной картой, он мне дал наличкой, я заплатил своей кредитной картой, и нам дали подтверждение, что ему сейчас выпишут эту самую его. Ну, в течение там положенного срока он получит свою грин-карту. И, в общем, такая не очень веселая история, так сказать, того, что с ним происходит сейчас в США, потому что вот тут как бы сложности всякие. И жить негде, главное. Вот он пошел, а ему жить негде. Вот он, уходя из моего офиса, не знал, где он будет ночевать. И в течение получаса, ну, может быть, часа, после того, как вот этот разговор происходит, значит, звонит, два человека позвонили. Оба человека с небольшим интервалом, там, в пару минут между звонками, значит, позвонили два человека, которые говорят: там, Михаил, там, где там вот этот ваш паренек, значит, у нас есть место, там, кто-то говорит, у меня там две комнаты свободные, пожалуйста, может, там, пусть живет. Другой человек говорит, тоже говорит, у нас там, может быть, не хоромы, говорит, ну, пожалуйста, пусть там живет, и так далее, и так далее. И я такого даже не припомню, чтобы раньше вот так бывало. Ну, то есть, я показывал людей, которые новички, которые, ну, по-всякому. Но, во всяком случае, мне кажется, что вот сейчас в связи с событиями, да, в Украине и той помощью, которую весь мир оказывает, и простые люди, самое главное, подключились. Если вы в Америке там пойдете погуглите и начнете правильные вещи писать, значит, вам сразу высыпется целый список поисковых запросов на тему о том, как я могу, значит, взять там, приютить беженцев из Украины. To host, да? H-O-S-T, to host Ukrainian refugees. Прямо вот такой такой список выходит разных запросов, как люди пытаются найти, как взять людей, как их разместить, как обиходить, приходовать и так далее. Не то чтобы наш Марат как бы именно в этой категории, но я хочу сказать, что просто какая-то волна человеческого такого, знаете, что, может быть, оно так в обычное время. Ну, не то, что уж совсем отсутствует, это неправда. Но, во всяком случае, не так активно, не так ярко проявляется. То есть, вот сейчас какое-то время такого особенно выраженного проявления человеческих чувств вот происходит. Просто вот среди простых людей. И я очень растрогался сам, знаете, как-то. Я тут же связал. Точнее, женщина, которая первая позвонила, я их связал, то есть пока мы с ней разговаривали, я в скайпе, у меня не было телефона, значит, Марата, я ему написал в скайпе, он мне дал телефон, а женщина говорит, я подъеду, его заберу, где он там со своим рюкзаком ходит, я его сейчас заберу, отвезу, там, привезу и так далее. Вот, а вторая, когда уже написала, и я подумал, ну, как-то меня, знаете, растрогался очень, на меня такая волна накатила, я думаю, надо ей позвонить. Вот, и я ей позвонил, и женщина тоже, кстати, из Бурятии была сама, и уже несколько лет в США, и мы с ней поговорили немножко, там, не знаю, там 5 минут, 10 минут, и, в общем, так, никто не разревелся, но, в общем, все были близки, так как-то вот нахлынуло такое, так что, такие дела, друзья, я хочу сказать, что если кто-то на местности, вот тут у нас, и, ну, как-то вот хочет помочь кому-то из новичков, в данном случае не потому, что они конкретно там беженцы из Украины, а в данном случае потому, что они приезжают, и у них отрезаны средства, которые там лежали на счетах, у них
не работают кредитки, у них, ну, вот сложности определенные есть у людей. Поэтому, если кто-то готов там как-то поучаствовать там по первости, да, помочь людям с первыми шагами, то, конечно, я в принципе готов там и быть между вами, да, как связующее звено. Я завел аккаунт на Телеграме. Вообще у меня в Телеграме был такой, ну, как бы аккаунт, где я просто давал ссылки на стримы, которые у нас идут. Но дальше мне говорят, люди там говорят, понимаете, у вас нет мессенджера, у вас есть там что-то, что-то такое есть, а мессенджера нет. Канал какой-то есть, на который можно подписываться, мессенджер. Я вообще ничем не пользовался вот в этом вот Телеграме, кроме того, что вот бросал туда ссылки, и там где-то 2000 человек, около 2000 подписаны. Хотя они, конечно, явно не ходят, не знаю, что они там подписаны, но они не ходят в таком количестве. И, значит, мне прислал товарищ инструкцию, я так, хотя несложно там. Вот, я установил там себе этот самый аккаунт. Уже кто-то ко мне, значит, извещают людей, которые меня знают, да, значит, в моем там адрес-буке. Уже кто-то мне там стучится, говорит, привет, там, туда-сюда. Ну, чего же, я к чему говорю, что если вы где-то и не знаете, как меня найти там или что-то, хотя меня в целом найти просто, потому что у нас на канале там вот всякие эти места, где информация есть, там в основном есть вся моя информация. Ну, если вдруг что, то я вот теперь на Телеграме и... Можно мне написать. Хотя я так понимаю, что я для этого должен быть у вас, наверное, в адресбуке. Ну, не знаю, можем завестись в адресбук. Что такое вообще? Что за проблема? Так что, вот такой интересный рассказ, друзья. Я к тому, что все-таки люди, которые нас смотрят, это отобранная такая, отобранная группа людей. Знаете как, вот... Избранный народ, да, такой. Для чего избранный? Вот для того, чтобы не перепутать добро и зло, так скажем. Да? Вот есть. Вот наш народ добро и зло не перепутает. Счастливо, ребят!